Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рай, и мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, зайдем в квесты и посмотрим, что у нас там за задание. Так, 60 тысяч урона, захват кристаллов. Так, опять ранговый бой. Выиграть Карлом, Максом, либо Пока. Также у нас есть выиграть надо, точнее даже нанести 100 тысяч урона Джесси, Пайпер или Тара. Столкновение или нокаут. Слушай, заданий много. Столкновение или нокаут, опять же. Броубол. Броубол я заменю, друзья, на что-нибудь. Ну, например, так вот. 100 тысяч единиц урона нанести Тару. У нас два задания идет. Получается, на Тару. Не надо мне сейчас мешать, господи. Ну я прохожу, просто сейчас наслаждаюсь. Я же не играю там в какие-то эти. В общем, друзья мои, берем Тару и идем с вами на захват. Наверное, на захват кристаллов. Верно? Верно. Так, ну что, где у нас Тара? Тара, вот она, Тара. Мы ее выбираем и бежим с тобой на захват кристаллов. Приблизительно так сегодня будем играть. Попробуем выполнить все задания, если получится. Что нам там за команду сейчас подкинут? Так, Карлуша, Эмз и Бул, по-моему, там. Не успел разглядеть, если честно. Куда ты побежал-то, эй? Ёпрасоте. Я на Карлушу смотрел, а тут, видишь, Эмзы вылезла. Карлуша, захвати свой кристалл. Недобранный. Да что я в эту лезу-то? Фигню-то никак не могу понять. Так. Ну. Даже Карлушу никто не завалил. Да что ты будешь делать-то? Я не понимаю, что не так с этой Тарой, блин? Сфига она такая ватная-то? Вы сейчас издеваетесь, да? Ну, догонишь? Черт, ублюдок смылся, а? А почему? На него ульта не работает, что ли, если он в этой... Что вот это за, блин, балабайщик, блин? Ё-моё. Калич какой-то, ну серьезно говорю. Бегает придурок, блин. Ничего не делает, блин. Лезет куда-то постоянно. Больной, блин. Ну, Карлуша, у него, ребята, больше всего кристаллов. Пипец. Просто пипец. Команда дебилов. Особенно вот этот вот даун просто конченый, блин. Конченый даун, блин, бежит, блин, ничего не делает, блин. Идиот, блин. У меня других слов просто нету, просто идиот. Да изначально было понятно, что придурочный, блин. Побежал куда-то непонятно вообще. Так, что у нас тут? Я не знаю, кто это такой. Давай смотреть. Я начал играть, уже, блин, выбесило все, блин. Кто вот это вот? Ты мне объясни. Что за дракончик-то, ёк-макарёк? Рыцаря-то я знаю, рыцаря мы видели. Не понял, а как это как тусёнок был невидимый сейчас? Такой у меня вопрос. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну этот опять тут стоит, твою налево, блин. Так, ладно, будем выжидать. Море погоды. Крысы побежали. Ну все, ребят, вот вы заметите, как только команда начинает терять вот эту вот, как сказать, даже нехватку,
Да где моя-то вот? Когда она начинает вот в хаосе быть, у них ни хрена не получается. Ты заметил, да, я думаю, на это? Кактус может быть невидимым становиться, что ли? Я не пойму. Он шел, оп, невидимым стал и побежал опять. Как у него это получилось, я без понятия. Так, Тара, отлично. Я тебе говорю, все зависит от команды. Ну, конечно, от тебя тоже много чего. Сразу. Что, скин какой-нибудь? Это у нас звездная сила для Рика. Супер отскок. При атаке или использовании суперпули Рика набирает энергию после первого отскока и наносит 243 единицы урона дополнительного. К основному, я так понимаю. Ну, раз это легендарный перк, или как там его, скилл, ну, наверное, крутой. У меня на Рика, по-моему, не было ни одного перка легендарного, по крайней мере. Так, Бул, Пока, короче, команда еще та. У нас, в принципе, тоже есть и Бул, и Пока, и Алкаш тут у них. Что-то был подзавис. Похоже, это, ребята, бот. Алкаш, как всегда. А я понял, что алкаш хочет сделать, друзья мои. Алкаш контрит зону. А этот там сидит, выманивает, да? Заныкался, типа. Да, вышел алкаш Барри. Так, ульта. Пока, ты не успеешь, да? Не успел, Пока, к сожалению. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, куда же вы? Ёп, просто. Пока, ты дебил или чё, я не пойму. Я, друзья, конечно, видел всяких даунов, блин. Всяких, конечно, видал даунов, блин. Этот опять со своей ультой, да, эту, значит, шпарит. Так, пойдем Була сейчас накажем. Вот она, львиная доля кристаллов-то у кого была. Ладно. Я потерял типа кристаллы, но я сейчас заберу, ребята, опять же все. И вот они мои кристаллики, и вот они мои кристаллики. Так, пора бы там, ребята, наверное, помочь. Да займитесь вы, вот. Ну иди прячься, я тебя прикрою, уж так и быть. Так. Они все потеряли, что у них было. Все потеряли, что у них было. Все до единого кристалла. Ну так им и надо, в принципе. Так, ну что, 60 тысяч урона мы нанесли. Продолжаем. Так, подожди секунду. Мы только один, да? Одно задание выполнили, получается. Нам нужно еще... А, еще 100 тысяч урона нужно нанести. Что здесь, что здесь. То есть два задания сразу будет выполнено. И на захвате кристаллов нужно еще одну победу. Окей. Делаем. Я думаю, на этом поединке мы с тобой набьем 100 тысяч урона. Ну, хотелось бы, по крайней мере. Ну что же, игроки найдены. Так.
Алкаш, опять же, Барри. У врагов у нас муха. Карлуша начинает резво. Алкаш, я, короче, понял их тактику, друзья мои. Дебильная тактика, короче. Алкаш, как всегда, на прикрытии. Минус Карлуша. Да, конечно. Твою налево. Но! Да вон, Карлушу вали, блин. Муха, ты навозная, ты достала тут летать, шваль, блин. Ты будешь что-нибудь нормально делать, путевая, блин. Да хрен тебе. Сколько у нас? 4. Где опять Мортис? Или у нас не было Мортиса? У нас только муха навозная, блин. Дай кристаллы, блин, дособираю. Да уйди ты, от тебя толку, блин, нету. Где этот придурочный, скажи мне, прячется-то? Я не пойму, блин. Ну, Мортис. Отлично. Забрали кристаллы. И вот это вот мы заберем. Это тебе не нужно, парень. Пипец, блин. Да вы что, блин, издеваетесь, что ли, а? Идиоты, куски дебилов, блин. Я не знаю, блин. Просто чмошники. Уходи, Мортис, оттуда. Да, ему... Ребят, ему говорить бесполезно, блин. Барри нам как бы и нахрен не нужен, по большому счету. Нам нужна Пенни. Все, я пошел отсюда. Пускай они бегут там за мной. Хрен они за мной успеют. Прикрывайте, друзья, меня, короче. Вот так вот. Раз, блин, не понимают, блин, ходят там, теряют, берут, опять теряют, блин. Кристаллы эти. Я же запарился туда-сюда их тянуть, блин. Так, у меня еще Тара при этом, ребята, получает 11 уровень и 3 задания еще выполнили. Отлично. Билетик есть. Билетик есть и звездочка. Ну, 50 монет это вообще ни о чем. Если сравнивать с 1000. А, кстати, мы в магазин не забрали подарок. У нас там, по-моему, удвоение опыта, если я не ошибаюсь. Скины, конечно, прикольные. Скины прикольные, ничего не могу сказать. Может быть, кому-то, конечно, не нравится. Но, как по мне, очень даже неплохо. Что-то из трансформеров взято. Этой оболочки. Ну давай, господи, что там? Как вот это вот долго, а? Что у них с магазином? Почему он работает как-то, блин, криво? Ни анимации, ничего нету. Обдумывает там 3 часа. Ну что, Тара, по-моему, за тебя мы выполнили все, что можем. Все, что не можем. Нам дальше нужно идти в нокаут. 2 режима нокаут. И берем мы с тобой... Так, Пока... Карл или Макс. Я бы, наверное, взял бы... Наверное, я взял бы Макса. В нокаут Макса. Ну, а почему бы и нет? Вот, берем Макс. И выбираем нокаут. Поехали. Фигли делать. У Макса, конечно, нет супер атаки какой-то, у него лишь ускорение. Поэтому, но зато у него скорость стрельбы довольно быстрая.
Так, я, блин, смотрю, опять там Мортиса. У нас кто? Понятно, у нас Пока. Вырубим? Вырубили. Минус один, ребят. Давай обойдем. Не надо Пока туда лезть. Убежали уже, да? Я понял. Я понял. И сдох. Ну куда ты лезешь-то? Ну. Нормально. Ушатали. Какого хрена ты туда лезешь-то? Блин, придурочный. Я не знаю, ребят. Так, типа он спрятался, да? Идиота кусок я идиота кусок. И тот идиота кусок. Ну а что тут у нас? Да нет, Пока, ты, наверное, не сможешь. Хотя... Да ладно. Пока ушатал. Блин, ну если у Була, ребята, есть суперудар, а он наверняка у него есть, то он может сделать ульту. Он может сделать ульту. Так, он ждет, пока он выйдет, да? Зона-то жмет. И вот это вот самое, ребята... Страшное. Ну! Есть, молодец, красавчик Пока. Вытащил раунд. Тут не поспоришь. Тут не поспоришь. Ковбой Пока, молодец. А я как соленый огурец. Ну, 200 очков к умножению, это фигня. Едем дальше. Смотрим выше. Не, все-таки Макс для ближнего боя. Ну, я имею в виду... Блин, Эдгар. Ну что, сейчас посмотрим на вашу мелоди, друзья мои. Вы сказали, что она там супер хороша. Три ульты у нее там, блин, там весь фарш. Вот меня больше Эдгар как бы пугает. Потому что если он в ближнем бой придет, будет очень плохо. Так, ну что, Пока остался один. Ты сейчас вы издеваетесь, придурочный, блин. Так, он жал ульту. Да, конечно. Есть. Придурочный, вы куда лезете-то? Ёпрасоте, блин. Пока просто взял двоих, ушатал. Ну, идиоты, блин, а. Ну тут мне уже никак, я говорил, ребята, Эдгара, блин, от него хрен убежишь, блин. А это команда дурачков, блин, тут фейл, ясен перец будет фейл. Нет, молодцы. Эдгар, блин, за мной охотился, ублюдок несчастный. Но он меня и поймал, как раз, когда у меня заряды закончились, он меня поймал. И накумарил. Пошли, гиб-гиб. Нам еще нужно с тобой сколько там? Еще три раунда или два раунда выиграть. Так, у нас кольт. Блин, у них. А это кто? А, это с бомбочками. Я его больше привык видеть в костюме палача, скажем так. Смотри, смотри. Идиота кусок, блин. Слушай, меня достал этот придурочный.
что подловить, я не знаю. Да ладно, блин, Пока не завалить. Ну вы серьезно сейчас, блин? Я офигею, блин, я офигею, Пока не завалить было, блин. В два лица мы не могли Пока... Вы издеваетесь просто, блин, а? В два смычка не ушатать Пока. И Кольт там хрен знает где отдуплился. Ну что, палача ловим? Да... Угу. Не под... А, у нас уже минус один, да? Да ёпрасыте, твою мать, блядь. Как это долбанный Пока? У него нет ульты, как он хиляется, чмошник, блин. Как он через преграду стреляет, я не понимаю. Или этот наш идиот вылез, блин. Он вроде спрятался, мне показалось, блин. Как-то его достало, дотянулось до него эта фигня, блин. Как называется-то? Ну, ноты или чем там бомбит. Я бежал за этим, за Пока. Стрелял по нему. У него там не было почти здоровья. И он взял, отхилялся на фул хп. Да как такое может быть, ребят? Ну, ульты нету, блин. А чему же он хиляется? Смотри, у него нет... Ну, здесь вот он сдох. А там, блин, почему он не сдох, блин? Так, Макс, ребят, здесь. Все, Пока... Ай, Пока, блин. Давай ультанемся. Я не понимаю. Ну, выбешивает просто такая, как бы, тебе сказать... Не то, что несправедливость. Но у них Пока тупой. Вот здесь Пока, ребят, тупой, как сибирский валенок. Energy drink, блин. Да что с вами energy drink? Он думает, что он один тут выживет. Кусок идиота. Такс. Твою налево, нам еще надо два поединка выиграть. Я думал, последний остался, но нет. Что за звук такой был? А, я, видимо, там что-то получил. Заберем после этого раунда. Так, МЗ, Кольт, слушай, ну команда, блин, Мелоди. Опять у меня с управлением хрень какая-то. Ну вот этот идиот побежал куда-то. Рика, ну ты посмотри, у тебя уже здоровья нет ни хрена. Вот, идиот, а. Двоих у нас, молодцы, красавчики. Они красавчики все. Сдохли, блин. Одного меня оставили. Куски дебилов, а. Просто. Ну это, ребята, это что за дебилы? Скажи ко мне на милость. Че он стоит, приду... Короче, ребят, это команда дебилов. Ну последние дебилы. Вышибить мозги, которым нужно. Просто, блин. Они стыкают, блин, ёбаный. Я один остаюсь, блин. Против всех. Я каличи, полный каличи, блин. Фу, бля, больные, а. Сволочи. Давай сюда, блин. Встали, стоят там просто тупорылые, блин. Недоноски чертовы. Хуже ботов, блин. Молодец ли он?
Фиг ли твой тач, бро, блин. Повезло просто, ёпростая. Так, это кто там у нас? Блин. Так, я не понял, кто это был. Ну давай, еще одну победочку, и нормально будет. Турбан тайм, блин. Давай, не раскисай, блин. Блин, хочешь прийти, поиграть, расслабиться? Да какое нахрен тут расслабление, ребят? Ну, попадет в... Блин, этот пискля тут. Да, он доставучий сейчас будет пищать. Пиу-пиу-пиу. Меня раздражает он, если честно. Со своими вот этими соплями. Да, раскидывается. Ну куда ты, Динамайк, вырвался, блин, придурочный. Минус Динамайк, ребят. Короче, я в шоке от больного Динамайка и прочее. За мной еще сопля эта привязалась. Да. Этот так придурочный, блин, че стоит-то здесь, блин? Ты меня раздражаешь, тварь, бля. Короче, ребят, ну это полный трэш. Ну это, ну, дебилы, ну конченые дебилы, ты понимаешь? Есть дебилы, блин, а есть конченые дебилы. Вот это конченый дебил, блин. Просто кончина, блин. Блядь, как таких планета-то носит, я не понимаю, блин. Ё-моё, а. Блядь, конча полная. Ёпарасете, блин. Блядь, хоть бы удар там, я не знаю, хоть что-нибудь бы сделал. Да нахерна, блин. Лучше быть конченым, блин. Чё, у нас... Нет, у нас не уничтожили никого пока. Пока не уничтожили. Нет, слов нету, блин. Какие-то нахрен тут нервы, ребята. Не, она меня когда-нибудь допекет, ребята. Я опять на лет 5, блин, сделаю перерыв. Точно говорю, блин. Что ты, Energy Drink? Пойдем прятаться, блин. Вот, это хорошо. По ультушке, побегай. Пора выходить. Да. Ну, Барри, молодец. О, 12 уровень. Так, а мы с тобой еще не нанесли, ребят, нужного нам урона. Сто монет. Так, еще билетик. А что на этот раз? Эти в 10 вшивых блинков этих. 10 вшивых никчемных блинка. 20. И мы с тобой... Что там у нас за награда-то следующая идет? А, звездочка. А мне обязательно тобой нужно... Да нет, просто либо в нокауте просто набить очки. Ну что, ранговый бой, друзья мои, фиг ли делать. Ранговый бой, да? В ранговом бое как раз самое время для прокачки наших персонажей. И первого, кого нам накачать, это Биби. Либо Джеки, либо Биби, либо Джеки, либо этот пузырьковый. Давай газа возьмем.
Я, ребят... А, ранговый бой. Не, давай тогда не ранговый бой сделаем, а... просто в нокауте, ребят, сыграем. Прокачаем этого газа до... Надеюсь, что докачаем сегодня до 10 уровня. Слушай, меня достал этот Facebook. Вот тебе серьезно говорю. Заколебал, нахрен, надо удалить его к чертовой бабушке, блин. Задолбал во время игры, блин, вылазить. Давай, Фрэнк. Как всегда, дурачка врубаешь. У них там брок, у них алкаш. Ну куда ты пошел-то, ну? Может, брока взять? Пойдем брать этого, наверное. Так, минус брок, отлично. Да блин, да хорош ты, Фрэнк. Так, у них минус двоечка, еще последний слот, это жужушка. У нас одного убили, ребят. Куда ты вот опять лезешь-то? Куда Фрэнк постоянно лезет-то, не понимаю, блин. Мелоди, это вообще ни о чем тут, я вообще никак не показала. Ну вот. Эх, нанесли урон, сколько нам нужно. И сейчас еще билетик получим. Давай его сюда. Супер редкий. 50 силы. Че, будем докачивать газа? Давай, ребят, докачаем. Там осталось ему одну победу сделать, и он будет у нас 10 уровня. А вот Биби прокачивать... Даже, ребят, не знаю. Проблема в том, что она ближний бой. Блин, пес. Не знаю, если Эдгар нормальный, то должно быть все четенько. Так, уходим. Ну куда ты, блин? Давай. Эх, чуть-чуть не добил, да? Эдгар, ну ты же можешь бомбить. Чё ты не делаешь ни хрена? Блядь, конченый. Ребят, Эдгар конченый, блядь. Просто дождался, блядь, пока я сдохну. Вылез, блин. Ну все, это и... Так, тут... А, у неё это бомбит. А она-то сама где? Ну, хоть так, блин. Пойдем. Газ, ну ты не газ этот. Как его скажи, я скажу. Конченый, конечно, он, блин. Дождался, пока... А у нас минус один. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Знаешь, что самое хреновое, что тут бомбит турель. Кто у них там бомбочками? А, понял. А, она меня сейчас уничтожит. Может быть, не именно она, но она меня видит, ребят. Мне тут не постоять, не хильнуться. Давай, иди сюда, сволота. Эл, как он делает. Давай, зона сужается.
Ну тут никак, блядь. Считай, в три смычка, блядь. Херачат, блин. Ну чё больные сидим-то, блин? Вообще брякнутый, что ли, блин. Блядь, конча полная. Ё-моё, ребята, ну это просто конча, блин. В жопу с такой командой играть, блин. Просто конченые, блядь. Пол игры. Ай, блядь, маразматики ебанутые. Ну чё ты лезешь-то? Ну чё ты там лезешь-то? Нет слов. Ну нет слов, ребят. Ну нет слов на этих дебилов, блин. Нахер буду стоять, как они делают, блин. В жопу нафиг. Заколебали, блин. Утырки несчастные, блин. Чё, нравится, блин? Когда стоишь, блин, без дела, блин. Кто там конченый-то какой-то, блин? А, так она одна осталась. Да заткнись ты, блин. Бэри. Тоже ульту нормальную взял. Так, Биби. Угу. Ну тут понятно, тут без вариантов, конечно. Ну все, газ. Свободен, блин. Газ у нас свободен. Да не хочу я сейчас ничего делать, опять лезут. Так, давай этот. У нас Эдгар. У нас Джеки. Блин, Джеки еще тоже прокачивать надо. Ладно, пойдем, наверное, сделаем все-таки ранговые бои. А там 5 побед нам нужно сделать. Нокаут. Ну что в нокауте нам лучше взять? Наверное, Рика. Наверное, Рика я буду брать для нокаута. Так, Рика, Броул. Так, у них Эдгар, МЗ. Блин, у них этот индейец. Не получилось, по-моему, не прокатил фокус, да? Но! Эдгар, прикрой его! Блин, нам все, всю команду разнесли, ребят. Ну, почти всю. Я сфейлился, я побежал. Я думал, что Эдгар замнет их всех. Но нет, тут, походу, не шиша. Нафиг они пошли в обход? Я вот этого не понял, если честно. Кого-нибудь убили? Убили двоих. Сколько? У них один ковбой остался. Шваркнули, да? Да ты пошел. Если они сейчас пойдут сюда... Минус ковбой. Так, а у нас... И у нас минус баррел. Ну давай, иди сюда. А теперь посмотрим, кто у нас круче. МЗ или... Она сидит в кустах. Травит. Вот как он сейчас будет здесь выкручиваться? Насколько я понимаю, прыжок — это ульта у него, да, ребят? Куда ты лезешь-то? Нормально. Обоссалась.
пшикала вшивая. Так, ладно, серебряная лига. Что мы там с тобой получаем? 100 блинков, ё-моё, 100 блинков. Подожди секунду, подожди секунду. А у нас... Да куда я лезу, блин? В квесты, сколько нам нужно побед здесь одолеть? Одержать? Еще 4, да? Ну, 5 в общей сложности, еще 4. Окей, ладно. Ай, броубол. Твою налево, серьезно, броубол. Давай я Рика, наверное, возьму все-таки. Для... Я обычно Эль Прима беру, но тут почему-то мне захотелось сыграть именно за Рика. Илпи, ты где там? По-моему, не получится у нас, ребят. А, Динамайка? Динамайка для броубола? Что-то я не знаю, ребят. Так, я тут... Блин, ворон, это понятно. Ворон, это, конечно, бесявое. А, это с йо-йохой, блин. Ну, тут уж да. С йо-йо, ребята, я начал не помню, кто там. В общем, короче, шваль где-то здесь. И опять у нас никого нету. Все, тут фейл, наверное. Че он там стоит-то? А мяч-то? Забрали, молодцы. Интересно, когда в кустах мяч ведешь, не видно его, этого мяча? А, он показывается. Давай, 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 взяла. Вот это дырка! Вот это, ребята, дырка! Ё-моё! Дуплище! Просто дуплище! Летит мяч по правой стороне от него. Пошел хайло раскрыл, блин. Дрявое хуйло, блин. Я в шоке, блин. Да вы достали меня своим броуболом-то. Ёпрсеты, а. Я возьму вот эту вот. Да, ребята, дырка, однако. Динамайк дрявый, блин. Я в шоке. Просто в шоке. Бежит, лыбу давит, придурочный, блин. Пиу-пиу. Понятно, короче. Давай в кусты, блин. Пиу, 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 погнали, блин, пиу. Но кто-нибудь поможет, блин? Пипец, блин. Это, ой, ё-моё, это же вражеский френ. Вот это лига френ, ребята. Вот это я сейчас долбанул. Не понял. Это что сейчас было? Как он с мячом-то здесь оказался? Вы сейчас издеваетесь, что ли? Не пойму. Но... Ну, турель, ты что, не могла добить этого вшивого, что ли? Не пойму, блин. Да дай турель поставить, блин. Да что там происходит, не пойму, блин.
Слушай, этот Скотт со своим пиу-пиу, он заколебал. Кто там? Еще одна дырка. Я офигею, ребята. Прокачанный называется. Ни хрена играть не умеет, блин. Тормоз, блядь, перестройки, а. Просто тормоз, ребят, перестройки. Ё-моё, блин. Нахрен я сюда взял. Причем у него даже был супер перк, и он ему даже не... Короче, больной, блин, калич. Вот рыцарь, рыцарь это плохо, ребят. Он со своими мышами, крысами там. Ковбой, как всегда, там обосрался этот индейец жовшивый. Газ. Пойдем разберемся с газом. Что за индейец-то тупорылый? Заберем кристаллы. Так, я вижу там, вижу. Ну! Че, и газа даже никто не завалит. А, он летает, бомбит. Слушай, да ты заколебал, он что, блин, постоянно будет летать тут, что ли? Вшивый. Долетался, блин, карась вшивый. Он что, со мной хочет в ближнем бою, что ли, потягаться? Не пойму. Калич этот, блин. Даже не подбили, да? А где он? Я тут в кустах постою, мне идут хорошо. Блин, на равных, ребят, идем. Так, у них типа кристаллы, да? Ну! Вы что, издеваетесь, что ли? Ёп... Ну вот же, придурочный стоит. Да куда ты пошел-то? Гандон, блядь. Ёп твою мать. Ну, что за конча, а? Блядь, он летает там, этот придурок идет за мной. Нахрен ты мне нужен-то, блядь, придурочный, блядь. Долбоеба кусок, а. Бля, ну что за дебилы попадутся в команде? Я не знаю, ребят, как можно играть, блин. Если бы один на один, бля, можно было бы за себя отвечать. Ну тут так, блин, какого хрена ты, блин, лезешь-то, блин? Бежит он, блин. Да, он, блин. Бля, этот пиу-пиу, блин, тут еще. И сюда, блин. Что? Я один, что ли? Нет, я... А, у них один этот слизень остался, все. Придурочные, и меня, как меня бесят, а, эти дебилы, блин. Один на один, что ли, блин?
Нет, нет слов просто. Да я уже задолбался уже переходить в эту серебряную лигу. Иди в задницу. Сколько там еще надо выиграть боев, блин? Да еще три, еще три. Чего там такое? Что за укрытие? Что за укрытие? Скажи-ка мне на милость, а? Ну давай ты уже. Набор очков или что у нас тут? Награда за поимку. Пойдем, шоу-тайм, блин. Шоу начинается, блин. Воронок! Которого я не осилил, ребят. Погреемся здесь пока. Воронок, не лезь туда. МЗ-ха это, блин. Нормально. Так, она не за вороном охотится. Отлично. Отлично. Да не хочу я ни с кем играть в команду, блин. Хотя лучше, блин, с ними, ребята, на самом деле, играть, чем какую-то паршивую команду дадут тебе, блин. Потом хоть стой, хоть падай. Действительно, блин. Биби-то нахрена сюда взяли, блин. Ну зачем Биби сюда, вот в эту команду, ребят? Ну она ближний бой, блин. Я ближний бой. Ну, ну нафига тут нужна ты? Что у нас там? А, кристаллы. Это я влез, блин. Я смотрю на эту чувырлу, блин, и... Такое бывает, друзья мои. Ну и, короче, я понял вот ихнюю тактику. Сейчас ворвемся туда. Вот так вот. Так. Биби. Ну я говорил, ребят, здесь Биби вообще не... Да. Что-то все кристаллы растеряли. Вообще все кристаллы, ребят, растеряли. Пойдем искать, где они там. Я, наверное, не успею, блин. Нет, для Биби здесь толку нету. Все, ребят, даже не пойду никуда. Конченая Биби, блин. Нахер ты здесь нужна в этой команде? Вообще нахер тут не нужна, понимаешь, блин? От нее вообще тут толку ноль. Ноль, ребята, блин, без палочки, блин. Да еще он, тем более, играть и не умеет. Она еще не... Короче, нафиг свои нервы дороже. Надо, блин, вообще молчать в задницу, да и все. Себе дороже просто.
Так, кактус. У нас команда почти похожа, ребят. Пойдем. Сейчас попробуем забежать прям. Я только забегать могу, потому что, ну, тут, ребята, пинать мяч, его перехватят, блин. Серьезно тебе говорю. Есть. Там себе, блин, дороже просто, если его пинать за километр, блин, от себя. Нафиг. Лучше так забежать, потому что, тем более, я знаю прекрасно, что здоровье позволяет. Если бы тут можно было бы навесиком мяч пинать, так, конечно, тогда да. Блин, горячая зона, друзья. Нет. Сорвалась зона горячая. Вжух-вжух. Да ёпта, ну вы издеваетесь, что ли? Да что мне так, так за что такое проклятие-то, я не пойму. Нахрен ты сюда приперлась, блин? 11-й ранг вообще с одной прокачкой. Твою налево, блин, а. Я не знаю, ребят, блин. Надо было отказываться, наверное, от этого поединка, блин. У них опять, ребята, вся команда стрелков, блин. Начиная от индейец, там, заканчивая еще остальными, блин. У них Эдгар, что ли? Нет, там непонятно, кто вообще. Да фиг ли твоя Эль Прима, блин. Пускай их там раздавит всех, к чертовой матери. Я попробую Эдгара сейчас завалить. Ни хрена не вышло, прикинь. Так, нам нужен еще один кристалл. Ну, мне приходится, ребят, вот так вот, блин, жопу рвать. Лезть туда. Где он, этот Эдгар, блин? Я стою здесь. Все, короче. Кончи. Конченые, блин. Ну, неужели, ёк-макарёк. Так, и получаем ему звёздочку, да? А, 1000 монет? 1000 монет. Еще 1000, ребята, я... Что я? Я прокачаю кого-нибудь. Так, на нокауте, давай, наверное, докачаем... Я лучше, наверное, Джеки возьму. Давай Джеки, за Джеки поиграем немножечко. Ну, блин. Она ближний бой. Ну, получается, как ближний бой у нее, да? Нет, у нее все-таки дистанционный, но слишком плотно надо подходить. Кувалдочка, блин. Посмотрим, что получится у нас из этого. А удар-то где, блин? Пипец, Була не вытянул, блин. Була не вытянул. Я офигею с тебя, Биби. Ой, Биби, блин. Это Джеки, блин. Да воронок, все, тут бесполезняк. Хотя... А, их двое. Смогут ли... 7000 хп. 7000 хп, ты серьезно? Вот почему, ребята, я не вырубил его. У нее 7000 хп, а у меня 5000 хп. Блин, не знаю.
Ты блюдочный, а? Так, где-то здесь он. Тварь, стоит, заныкался, блин. Хмырьё вонючее. Да, Джеки, мы тут с тобой, конечно, попердим по ходу дела. Да иди ты со своей оценкой еще, блин, тебе оценку ставить. Держи карман, блин, шире. Оценку ставить. Заведут сначала, блин. Это кто, Роза, что ли, такая? Кто это такой вообще? Костюм идиота напялил на себя. И думает, крутой, блин. Я не могу здесь ничего делать, ребята. У меня нет ближнего боя, так что... Где удары? Иди сюда. Ну что, знал, что ли, что у меня ульта? Ты... Серьезно, блин, сейчас? Прыжок такой был. Прыжок века. Не могу понять, кто это? Ну, хоть кого-нибудь-то щелкни, блин. Муха, вот ты стоишь там. Их двое, ребята. А что? А, отравленная стрела у него. Поставил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Муха, муха. А что, у нее хпшка не восстанавливается? Я смотрю, у мухи-то. Зона-то прижимает, ему деваться некуда, ребят. Выбежал. Нюхоглот. Выбежал нюхоглот, ребят. Ну, муха такая себе, ребят. Ну, одним словом, навозная муха, господи, что тут? Да, Джеки, урон у тебя, конечно, оставляет желать лучшего. Это я уже понял. Тебе, я не знаю, каких-нибудь там... Я даже не знаю, кого она сможет забомбить. Три удара... Все, курит сидит. Три удара сидит, курит. Ну это что, нормально, ребят? Причем я тебе еще раз говорю, что удары такие себе, ребят. Вот Рика, например, тут. Что-то типа того, блин. У меня есть ульта, супер. Могу притянуть их. Но опять же, притянуть где, блин? Вблизи только. И все, Бул остался один. Пойдем разбираться с ним. Разобрались. Так, восьмой уровень. Друзья, восьмой уровень. Слушай, наверное, я на сегодня, ребятушки, закончу, блин. Добьем уже в следующей серии 10 уровень ей. Блин, Мортис же еще, ё-моё. Еще Мортис, блин, Биби. И Эдгар. Да. Ладно, в любом случае это уже будет в следующей серии, ребятушки. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.